Мы так долго предвкушали тот миг, когда сможем перерезать красную ленту. И, наконец, наша мечта воплотилась в жизнь. 12 октября в рамках делового центра Покровской ярмарки в Тамбове открылся первый в регионе IT-технопарк «Миэлта». Теперь компания «Миэлта» сможет объединить инновационное сообщество на одной площадке. Такая коллаборация поможет ускорить развитие высокотехнологичных сегментов бизнеса. Тамбов – центр Черноземья, аграрный регион. Поэтому логично, что специализация технопарка связана с технологиями в сельском хозяйстве. Технопарк – это компания, которая стимулирует и управляет потоками знаний и технологий между университетами, научно-исследовательскими институтами, рынками и компаниями. Идеи, возникающие в сфере науки, очень быстро должны превращаться в конечный продукт. А вот этот инновационный цикл, он должен быть минимально коротким. За счет чего он может быть? За счет того, что работают совместно технологи и ученые. Их искренне, сердечно поздравляю, быть добру, но как принято в таких случаях говорить, с хорошим новосельем, с праздником вас, дорогие. На церемонии открытия компания «Агронова» продемонстрировала работу трактора, оборудованного автоматизированной системой управления и, конечно же, спутниковым трекером «Миэлта». Сейчас я понимаю, у меня другая задача – от слов к делу перейти, да, и продемонстрировать это все. И это правда. Резиденты технопарка работают в сфере интернета вещей, мониторинга транспорта, электронного приборостроения и информационных технологий. Например, компания «Миэлта» занимается производством вандалостойкого оборудования спутникового мониторинга и разработкой комплексных решений для агропромышленного комплекса. Открытие IT-технопарка и объединение компаний, работающих в сфере сельского хозяйства – очередной шаг на нашем пути развития рынка агро-IoT в России. Если вы хотите развивать инновации в сельском хозяйстве вместе с нами, присоединяйтесь к сообществу «Миэлта».